Здравствуйте, как вам рыбалка? Я на этот пруд приезжаю уже шестой или седьмой раз, сейчас уже не помню. Первый раз я приехал на следующий день после открытия этого рыболовного клуба «Чайка». И ни одного случая не было, ни одной рыбалки, чтобы мы уезжали отсюда без рыбы. Вот. Рыба клюет стабильно, рыба, ну, здесь сейчас пока такие средненькие карпики. А так были карпы по 1,5 и по 2 килограмма, вплоть до того, что у меня одну удочку в прошлом году утащил карп. Плавали за ней на лодке, чтобы ее вернуть назад. Такая услуга тоже есть. Ну, что сказать, по инфраструктуре клуба ездил по многим местам. Более крутой это только Золотой Сазан, но там цены намного больше. Здесь все, будем говорить так, рассчитано на нормальных, средних людей. Так что приезжайте сюда в Чайку и будете удовлетворены своей рыбалкой. Спасибо вам большое, приезжайте к нам еще. А куда же я денусь-то?